Ты... Я попросил Чанси взять Туту поиграть. Они придут позже. Даришь мне? Ты прекрасна, как эти цветы. Спасибо. Ты забыла, какой сегодня праздник? Праздник? Первая годовщина свадьбы? В прошлом году. Это был день нашей свадьбы. Я так бесполезна. Не могу дать Туту хорошую среду. Цянь-цянь, если ты готова, можно я стану отцом Туту? Я буду относиться к нему как к своему сыну. Ты делаешь мне предложение? ЗАГС закроется через полчаса. Еще успеваем. Ты не хотела свадьбу и кольцо с бриллиантом, но есть необходимые ритуалы. Я серьезно отношусь к нашему празднику. Сначала я хотела выйти за тебя, получить шанс подарить Туту полноценный дом. Мы семья. Это дополнительный слой близких, брачных отношений. Цянь-цянь, я надеюсь, ты относишься ко мне не только как к брату. Я знаю, за все эти годы я запомню все хорошее, что ты сделал ради меня. Кроме того, в этом мире никто другой не войдет в мое сердце. Извини. Я еще не готова. Садись, Сянь-Сянь. Это я должен извиниться. Я был резок. С годовщиной. Туту спит. Врач провел тщательный осмотр. Мы не узнаем результатов, пока не выйдет отчет. Туту пока нужно остаться в больнице под наблюдением. Тянь-тянь, не волнуйся. Туту скоро поправится. Не волнуйся. Как приду домой, соберу все вещи. Принесу его одежду. Кстати, принеси мою. Я останусь и позабочусь о нем. Лучше я это сделаю. Не дави на себя так сильно. Ступайте, я останусь. Вам все равно нужно на работу? Нет, Туту для меня все. Я присмотрю за ним. Если с ним что-то случится, я никогда в жизни себя не прощу. Хорошо. Береги себя. Мама.
Туту, ты проснулся? Где-то больно? Сегодня днем болели ушки. Не трогай, не трогай. Мама, почему другим детям не нужно это носить? Разве мама тебе не говорила? Твои ушки — это ушки эльфа. В них всегда тишина. Только надевая аппарат, ты слышишь шум этого мира. Подумай только, если другие дети не желают слышать плохие звуки, они закрывают уши. Но тебе не обязательно. Разве не потрясающе? Это как иметь суперспособности. Ага. Мама, на самом деле у меня есть суперсила. Какая? Ты мне сильно нравишься. Боже мой, как сладко говоришь. Папа научил меня. Папа? Да. Папа рассказывал о своей суперсиле. Ему сильно нравится мама. Мне тоже нравится мама. Поэтому я унаследовала эту силу. Маме ты тоже нравишься. Где Дзян Шицянь? Господин Лу, она отпросилась. Отпросилась? Из-за чего? Не знаю. Сказала дома что-то. Дай знать, когда вернется. Хорошо. Здравствуйте. Вызываемый абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Здравствуйте. Вызываемый абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Доктор, как дела у Туту? Сейчас ушам Туту становится только хуже. Особенно с возрастом. Шум в ушах обостряется. Есть ли способ вылечить его? Я знаю, Туту перепробовал многое, но лечение неэффективно. Верно? Да, ребенок принимает столько лекарств, мы тоже волнуемся. Одно лечим, другое калечим. Он носит слуховой аппарат, развивающий его слух и языковое обучение. Если в будущем станет хуже, мы подумаем о кохлеарной имплантации. Я знаю, вы делаете это ради ребенка и потратили много денег, но лечение неэффективно. За границей есть специальное лекарство для лечения врожденной глухоты. Есть ли побочные эффекты? Оно почти бесценно. В нашей больнице нет поставок. Как называется лекарство?